Привет всем, это Вячеслав, канал Акибай. Сегодня к нам приехал такой вот автомобиль представительского класса. Это BMW 7 в кузове E65 2005 года выпуска. Машина идет смарт-ключ зажигания на 4 кнопки. Открыть, закрыть, багажник и свет. Это хозяйский ключик. Он запрограммирован в машину. Он машину дистанционно не открывает и не закрывает, как видно. Если мы вставляем ключ в замок зажигания, жмем кнопочку старт-стоп, машина заводится. Эти ключи, они проблемные. Они перестают машину дистанционно открывать, закрывать. Проблема может быть в электронике ключа, также может быть проблема в аккумуляторе. Здесь стоит аккумулятор Panasonic VL2020. При падении ключа, например, одно из усиков аккумулятора может отломаться, и в результате чего ключ перестает запитываться элементом питания. А также с возрастом может выйти из строя одна из кнопок, например, открыть, закрыть, либо багажник. Это уходит из строя микровключатель на самой плате. Также бывали случаи, что машина перестает заводиться. Такое бывает при стирке ключа, либо при механическом повреждении. Владелец данного автомобиля приехал к нам на Акибай для того, чтобы мы запрограммировали машину новый чип-ключ зажигания. Мы привязали вот такой вот ключик. Машину дистанционно закрывает и открывает. Если мы вставляем ключ в замок зажигания, жмем кнопочку старт-стоп, машина заводится. Теперь у владельца BMW в кузове E65 2005 года выпуска европейской сборки есть два смарт-ключа зажигания на 4 кнопки. Если у вас возникли проблемы с ключами зажигания на BMW, либо на другую марку автомобиля, требуется изготовить дубликат ключа зажигания, отремонтировать ваш хозяйский ключ, либо вы потеряли все чип-ключи, то вы можете обращаться в компанию Akibai, мы вам поможем.